принципе, ты продал дураку, ты его долго знаешь. Я не знаю, что мне сделать, я заказываю. Деньги потратили, ждали. Я не знаю, как, что мне делать, я просто нервов не хватает. Что это такое? Зачем я это сделал? Что? А в очередной раз мать потратил деньги, ты знаешь, что за грудь? Потому что я лучше, что я не знаю, зачем? Я знаю, зачем, потому что я знаю, зачем. Мне вот это зачем? Зачем? Сейчас увидишь затем, что будешь переговариваться со мной. Мне вот это не надо, мне нужно, чтобы здесь стояло то, на что я деньги... Ты кому продал клавиатуру с мышки? Как ты продал? Другу. Другу? Да. Набери друга. Я все банат, и дай. Другу он продал. Это невозможно. Ты трай, я трачусь на это. Делаю ему приятное для этого. Деньги вытрачиваю, мало того, что тут прет что-нибудь. Может успокоиться? Я не могу успокоиться. Где ты сделал? Помни, да, была классная клавиатура, мышка была. Что ты сделал? Что? Нормально, совесть не мучает тебя? Нет. Не мучает? Не мучает, я тебя... Погоди, не надо, подожди. Не надо, не надо. Depends on it. Ah! Get out of my face!